Ну что, ребята, здравствуйте, приветствую. Мы с вами продолжаем проходить Life is Strange Before the Storm. Ну, так, наверное, нормально будет. Вот, и что там, собственно, было-то? Было то, что было. Посмотри прошлой серии, там одну серию длинную очень, которая получилась на 2 часа у меня записана. Вот, я даже в каком-то из роликов говорил, вот. Ну, я в прошлой серии как раз говорил об этом. Разделил на две сразу, да, чтобы вам было удобнее, приятнее смотреть. Поэтому посмотри обязательно их, там довольно-таки интересно, да. Сюжет разворачивается, очень интересно. И если ты спросишь, почему здесь вообще, ну, такая заставка, посмотри с самой первой серии. Ссылочка постоянно находится на плейлист и подсказочка чуть ниже. Спускаешься в описание, там тоже будут подсказочки на прошлую серию и на плейлист. Если ты с компа смотришь, нажимаешь там или... Ну да, с компа смотришь, если вверху справа нажимаешь на связанный знак, и там, собственно, тоже подсказочки будут, поэтому как-то так. Просто серия была довольно-таки интересной. Сразу скажу, давно не снимал. Те видео, которые выходят, это записаны заранее были. Ну вот. Был такой мини-отпуск, собственно, да, чуть-чуть такой маленький отпуск был. Вот, от игр, от вот этого всего, от съемок. Просто хотелось отдохнуть чуть-чуть морально, вот. Поэтому как-то так. Ладно, что... У Саши подумали, надевайте плитик обязательно, приобретите другую кушу, причем пить кофе или пить воды, приятного просмотра. А мы, собственно, продолжаем проходить Life is Strange Before the Storm. Да. О, привет! Так, мы с тобой проходим третий эпизод. Второй мы прошли, первый прошли, и мы с тобой проходим третий эпизод. И у нас с тобой еще есть бонусный эпизод, прощание называется. Поэтому мы их оба и пройдем. Давай начнем третий эпизод от пуст. Let's go. То, что было раньше еще. Сейчас показываю то, что было до этого, собственно. Собственно, да. Ну, вот так будет нормально. Вот, то показывают без музыки, потому что АП, ребят, АП, собственно, прилетает за эту музыку и очень, ну, очень хорошо прилетает там не только за вот эту музыку, но еще то, что в самой серии, то есть в самом сюжете находится тоже музыка, тоже прилетает АП, поэтому без музыки, ребят, к сожалению, без музыки. Я постараюсь, если вы слышите эту музыку какую-то фоновую, я постарался и нашел для вас подходящую музыку, да, но чтобы было хотя приятнее смотреть. Если же нет, то, к сожалению, нет. Как-то так. Ну, обидно, конечно, обидно. Музыка здесь подобрана очень хорошо. Я убедился в этом с первой серии, когда сам проходил ее. Я убедился в том, что музыка здесь прям очень-очень хорошо подобрана. И передает реально настроение персонажей и, в принципе, атмосферу саму. Без музыки, конечно, чуть не то, но что сделать? Что сделать? Это, как говорится... Да, как говорится, не я такой, жизнь такая. Ну, а что я могу сделать? АП-шка прилетает, поэтому, к сожалению, как-то так. Это все, что было в прошлой серии, ребят, кстати, наверное. Ну, в прошлых сериях, ладно. Тут тоже есть то, что показывали в прошлых сериях, но не все, ребят. Да, вот на этом мы с вами закончили прошлый эпизод, что они вот что-то разговаривали, поссорились, и мы узнали, что та женщина, мать Рэйчел. Которая, помните, когда они ходили гулять в первой серии, помните, в первом эпизоде, они увидели, что какая-то женщина целуется с отцом Рэйчел. И сейчас он сказал, и сейчас ее отец, я хочу тебе все рассказать. Ты точно уверен, что Хлоя стоит быть здесь во время? Хлоя остается. Разумеется. Просто знай, что Роуз — моя жена и твоя мать. Но женщина, которую ты видела в обзорном парке, ее зовут Сара. Короче, он сказал, что ты мать. Она твоя родная мать. Да, никогда, помните, видели, как... Во, сейчас покажут, короче, сейчас все покажут. Ну, короче, он в прошлой серии сказал, что это ее мать. Родная. Я все тебе расскажу, Рэйчел, всю правду, которую так долго ограждал. Но правда бывает горькая. Ты уверена, что готова ее услышать? Ну, давай. Давай, ну. Подошла что-то.
Chloe. Хлоя. Ну давай, 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 подойдем. I'm right here. Я с тобой. Good. Хорошо. I need Ты нужна мне. Да, но документ, конечно, не скажет. Конечно, нужно было 100% поддержать. Давай. Представь, человек такой, ну, тебя смотрит, и, ну, видно по нему, что он, ну, ждет поддержки, и тебя ты говоришь, ну, ты справишься, справишься, давай, сам. Охуенно, блядь, вот это будет, конечно, угар. Взглянуть. Со мной в школе учился на девушка, которую все обожали. Прикольно, кстати, сделали. Учителя, друзья, Сара была всеобщей любимицей. Все парни хотели с ним встречаться. Я едва мог поверить, что она выбрала меня. Иногда я думаю, что это и не давало мне так долго видеть правду. Ухаживание. Она была полна энергии и проявляла такой живой интерес к нему. Еще тогда я понял, что меня ей было мало. На, типа, ну понял, что ей было мало его. Пока другие стремились к учебе в колледже, карьере, семье, Сэре не было до этого дела. Бля, я пытаюсь попасть в лоб. Она мечтала сбежать. Ну, такое, на самом деле. Рождение ребенка, кстати. Я думаю, беременность Сары решит все проблемы. Так и вышло, но ненадолго. Твое рождение стало величайшим событием в моей жизни. Мы испытывали такую любовь к тебе. Но я все еще оставался слеп. Как бы сильно она тебя тогда и не любила, этого оказалось недостаточно. Сара всегда искала пути побега. Ну, конечно, не хотела, да, вообще? Я понял. Осуждаем, блядь! Я пытался помочь ей больше года. Заставлял себя верить, что она все еще хороший человек. Мы осуждаем. И что бы ни случилось, она никогда не сделает ничего, что причинит тебе вред. Бля, осуждаем такое, нахуй, осуждаем. Я ошибался. В конце концов, я увидел ее настоящее лицо. Она уничтожает все на своем пути. Никто и... Никто, ничто не могло ее насытить. Ну это такое все. Даже любовь ее собственной дочери. Ну, проблема с кукухой, 100% проблема с кукухой, знаешь. Я был в отчаянии, не знал, что делать, потому что сделал выбор. Я бы никогда не позволил ей снова причинить тебе вред. Воссоединение. Рэйчел... То, что ты видела в обзорном парке. Это правда, мы поцеловались. И это был самый грустный поцелуй в моей жизни. Прощальный поцелуй. Я сказал ей как раз, что она наконец привела свою жизнь в порядок. Но она не может просто так взять и решить стать твоей матерью. Не после того, что... То, что натворил. Не после той боли, что причина окружающим. Тех жизней, что сломала. Я сказал, что ей была дарована величайшая возможность. Шанс быть твоей матерью.
chance to be your mother. And she squandered. И она упустила его. Мне было больно так ее ранить. На роге твоей безопасности я повторил бы это снова, снова и снова. Ну, в целом, мужик правильно сделал. Ну, блядь, реально, ухо, может, поехал, че, не кухо, не знаю, что. Ну, типа, блядь, это, ну, осуждаем такое, это нездоровая хуйня, на самом деле. С одной стороны, он правильно сделал, с другой стороны, неправильно, что он ей не сказал. Хочешь сказать, тогда ты увиделся и поговорил с ней впервые за 15 лет? Нет. Я ежемесячно отправляю ей деньги. Это наша договоренность. It's our arrangement. То есть, видишь, даже вот эта жена не против. А теперь она хочет со мной встретиться? Yes. Да. But Rachel, но, Рэйчел, это невозможно. Да, вот так спросим. Why not? Почему нет? Если Рэйчел этого хочет... Drug addiction is a disease. Наркомания — это болезнь. Она сдрагивает всех, не только самого зависимого. Я не позволю тебе снова пострадать от ее порока. Даже если это так, Рэйчел все равно может с ней встретиться. И может тот факт, что она хочет со мной увидеться, означает, что она излечилась? Нет, блядь, может и так. Но подумай о том, что в целых 15 лет она предпочитала тебе деньги. Рэйчел. Думаю, мне нужно прилечь. Ну, это да, сложно восприняться. Но это, блядь, ну, по факту он молодец, что правду рассказал. Конечно, можно было чуть пораньше. Но у него, видишь, жена тоже молодец, сказала, они у них договорены, что он будет ей деньги отправлять. Это тоже человеческий поступок, я считаю, в любом случае. Но для нее сейчас как будто, ну, может быть, весь мир так перевернулся чуть-чуть. С ног на голову. Да. Опа, нахуй. Беседа. Рэйчел, Хлоя, вы где, ребята? Мы на бурной актерской вечеринке. Я Рэйчел уже раз 8 написала. Эй, не думаю, что мы придем. Хлоя, ты должна прийти. Да, Хлоя, ты была великолепна, детка. Хей, Хлоя, справилась сегодня на отлично? Спасибо, не смогу. Но это же было невероятно. Без тебя спектакль бы не состоялся. Серьезно, просто приходи. Тащи Рэйчел. Сорян, ребят. Блядь, наконец-то нахуй дописали. Я не могу оставить Рэйчел разбираться с этим в одну. Ну, правильно. Давай с тобой в этой серии поизучаем побольше. Вот тут как раз, видишь, у нас много чего есть. Давай поизучаем. Ого. Сара Герхард связана с тем психопатом, который напал на Дрю. Хотя Фрэнк вроде тоже. Дэймон Мэрик, известные сообщники Фрэнсис Бауэрс, Шелдон Пайк, Сэра Герхард, Питер Гиллеспи, Родни Гром Сирс. Объект повышенного внимания – лесопилка. Переделанный лесопильный завод, ночной клуб на севере города. Подозревается в преступлениях, незаконное присвоение имущества, вымогательство, распространение наркотиков. Осуждаем, блядь, что нахуй. Осуждаем, блядь! Осуждаем нахуй. Вооруженно напасть. Осуждаем, блядь. Осуждаем нахуй. Там как бы, ну, такое, блядь. Фото путешественников. Надеюсь, сегодняшний вечер не использовал воспоминания Рэйчел о таких семейных поездках. Ну да. Компьютер. Опа, блядь. Давай нахуй. Кажется, будто более прошло лет 100 назад. Арманд, мои поздравления потрясающей команде актерам Бури. Стеф, также... Так жаль, что я все пропустила. Ребят, у меня тут ЧП. Джульет, простите, мне так жаль. Хейден, зачем извиняться? Не ты же управляешь пожаром. Или ты? Стеф, Хлоя держалась молодцом. Логан, есть новости о состоянии Дрю? Есть новости о состоянии Дрю? Нет, есть новости о состоянии Дрю. Вот так вот правильно. Зак, восстанавливается. Завтра зайдем к нему первым делом. Окей. Как же больно это смотреть. Даже гольф-оборудование, вестник здоровый. Ага. Понятно. Понятно. Так, это что такое? Книги? Давай разглянем. Набор книг, прежде Джеймса и Роуз. Не могу представить книги Сэры на их месте. Сэра
Да. Газета, бля, давай. Рэйчел строил пожар, когда знала лишь половину правды. Что было бы, узнай она всю. Пожар распространялся, несмотря на усилия различных ведомств. Самый крупный пожар в истории Аркадии Бэй пугает жителей, тревожит власти. Понятное дело. Так, давай еще походим с тобой, посмотрим, потому что, ну, блин, это прям, ну, нам дают. Давай поизучаем, потому что я, ну, в прошлых сериях прям сильно так не изучал ничего. Так, здесь мы с тобой изучили все. В прошлых сериях мы с тобой так, ну, не изучали много чего, да? Поэтому здесь можем поизучать. So weird. Теперь это фото вызывает странные чувства. Да. Мы с тобой в прошлой серии так сильно ничего, говорю, не изучали. И до... я говорю, почему бы не поизучать? Как раз доп. Информацию узнаем с тобой. Думаю, есть вещи похуже, чем расти среди такого причудливого like барахла. Ну ладно, блядь. Ты, конечно, там барахло видел, ну ладно. Стол. Чё ты побери? Рейч конкретно так стол разбила? Ну да. Face with table, блядь. Сразу, что? Кау! Полка с чем? А с наградами? Сложно спорить с тем, что жизнь Рэйчел Сэры вряд ли была бы лучше нынешней. Но значит ли, что Джеймс поступил правильно? Ну, хуй знает, на самом деле, не знаю. На самом деле, да, тут, ну, двоякая ситуация, но в целом то, что он уже рассказал, это уже, ну, хороший поступок. Да, поговорим с ним? Должно быть, вам сейчас тоже тяжело, мистер Эмбер. Могло быть и хуже. Мой самый большой страх, что Рэйчел будет искать встречи с Сэрой. Я всегда этого боялся. Поэтому вы ей ничего не говорили? Ты понятия не имеешь, сколько боли причинил Сэре. Зависимость вынуждала ее делать ужасные вещи. Я не хочу, чтобы Рэйчел проходила через подобное. Да, вот это лучше узнаем. Я не совсем понимаю. Вы боитесь, что Сэра что-то сделает Рэйчел? Не думаю, что она может навредить кому-то нарочно. Но наркоманы без умысла причиняют вред. Да, но вред Рэйчел уже не ребенок. Ведь Рэйчел уже не ребенок. Послушай меня внимательно. Сэра проводила в наш дом уголовников и наркоторговцев. Осуждаем, блядь, осуждаем. А ради своей зависимости она подвергала Рэйчел к опасности. Ну да, по факту. Хлоя, думаю, сейчас Рэйчел доверяет тебе больше, чем кому-то ни было. И сейчас вы попросите меня повлиять на Рэйчел, чтобы она делала то, чего хотите вы? Сейчас я прошу тебя поступать так, как велит совесть. Но, пожалуйста, поставь безопасность моей дочери на первое место. Попробуйте для разнообразия сказать правду. О чем ты? Ну, знаете, вы лгали своей дочери 15 лет. Да, лгал. Это правда. И потому мне нужна твоя помощь, или заботься о Рэйчел, Хлоя. Я сделаю все, что смогу. Знаете ли, я тоже о ней забочусь. Знаю. Спасибо тебе. Ну, так, ну, короче, видишь, он сожалеет, но попросил, он понимает, что, видишь, сейчас Рэйчел доверяет нам, Хлое, то есть не нам, а Хлое, да? И что, ну, чтобы она, короче, ну, как, перекидывает, короче, на нее ответственность, ту, которую мог... Короче, перекидывает ответственность на Хлою в том плане, что давай ты последишь за ней. Типа он признает свою ошибку, но ответственность за свой поступок он не до конца, как мне кажется, берет. В том плане, что он говорит, да, я не прав, но давай ты последишь и тому подобное, потому что она тебе доверяет. Хотя, с другой стороны, он не перекидывает ответственность, он предлагает, он просит помощи, да. Все правильно, все, блядь, это я хуйню уже несу. Просит помощи, короче, у Хлои, чтобы она там последила, что не последила и тому подобное. Что ты тут стоишь, мать? Эй, миссис Эмбер. Думаю, после всего случившегося ты можешь звать меня просто Роуз. Okay. Хорошо. Роуз. Простите, что сегодняшний вечер прошел так. Все в порядке. Я действительно рада, что ты здесь. Thanks. Спасибо, конечно, но... почему? Why?
У Рэйчел сейчас трудные времена. Хорошо, что она может поговорить с тобой. А у тебя как дела, Хлоя? Как у меня дела? Ваше поколение любит говорить о неловких вещах. Должна быть, данная ситуация весьма неловка. This must be pretty awkward, I'd imagine. I guess I'm Мое дело не очень. Great. Пару часов назад мы с Рэйчел были невероятно счастливы. Really happy a few hours ago. А сейчас... Maybe you возможно, ты сумеешь понять, почему Джеймс хотел сохранить все в тайне. В прошлом Рэйчел много чего болезненного. Включая и то, что я сама сыграла роль в сокрытии правды. Сэра должна была брать деньги вместо встречи с дочерью. Знаешь, я ей за это невероятно признательна. Это дало мне возможность стать Рэйчел матерью. До встречи с ней я и не знала, что можно так сильно кого-то любить. Но это правда, которую скрывали столько лет, ранили Рэйчел сильнее всего. Я недоволен Джеймсом, что из-за него все вышло именно так. Вы всего лишь недовольны Джеймсом? Как насчет того, что он сделал в обзорном парке? Может, тебе будет трудно понять, но после 13 лет вместе произошедшее мне кажется угрозой нашему браку. Вы правы. Мне трудно понять. Не беспокойся обо мне. Я о Джеймсе. Рэйчел сейчас нуждается в тебе куда больше. Как вы думаете, сэр опасно? Я никогда с ним не встречалась, потому не знаю, но склонна доверять мнению мужа. Всю жизнь он заботится о безопасности разных людей. Рэйчел повезло иметь такого отца. Спасибо. Тебе спасибо, Хлоя. Нет, все-таки они перекидывают ответственность на нее, блядь. Все-таки они перекидывают ответственность на нее, потому что так сказано. Ну, мне так кажется, что они перекидывают такие, давай ты решишь, а мы тут просто пока посидим, отойдем от всего этого. Рэйчел тяжело восприняла новости. Надо посмотреть, все ли с ней в порядке. Как бы странная хуйня, на самом деле. Ну, ладно. Пусть это будет так, что, типа, они попросили помощь просто так, да, типа. Посмотрим. Ой, блядь. Let's travel. Deck 9. Хорошо, что выглядит. Рэйчел? Рэйчел. Эпизод 3. Отпуст. Ну да. Но для нее сейчас это вообще жесть, наверное. Потому что, прикинь, ее елгали почти всю жизнь. Ну, всю жизнь ее елгали. I need some way to show нужно как-то показать Рэйчел, что я рядом. ЛТ, чтобы посмотреть цель. Давай, поддержать Рэйчел. Ну, понятно. Да, давай сначала осмотрим комнату, почему бы нет. So у Рэйчел так много вдохновения, что она еле успевает их собирать. Нет ничего невозможного, даже само слово говорит за себя. Я, возможно, Одри Хепберн. Хепберн. Всегда начинаю сегодня. Сегодня. Мэри Уоллстонкрафт, бля, пиздец. Конечно, тут я понимаю цитату, да? Будем думать о немыслимом и сажать невыполнимо, подготовимся к схватке с невероятным, посмотрим, удастся ли нам его победить. Ну, конечно, здесь, я так понимаю, просто какие-то фразочки. Окей, цитата точнее. Так, это что? Инни Куртецкий, я, не Рэйчел Эмбер. Прежде всего, помни, что тебя любят. Прежде всего, будь вооружен. Макиавелли. Лампа. Рэйчел знает, как сделать какую-то даже фиговенькую лампу. Да. Рэйчел окружает так много любви, но она все равно кажется такой одинокой. Наша прекрасная дочь в день ее дебюта ни пуха ни пера. Мы тебя любим.
Так, астрологическая карта, чтобы... Логично, что Рэйчел нужны два знака для ее обалденности. Теперь буду называть ее... Ну, понятно. Ладно, включить. О, эх, этому свету нужно больше света. Нахуя, этому свету нужно больше света, правда? Правда, да? Правда. Если что, я могу отыскать, чтобы сделать ночник. Найти источник света поярче. Ну, вон стоит, блядь. Противная сумка, да, посмотрим. Прошлой ночью нам практически удалось бежать, а сейчас даже и не знаю. Анаграмма. А есть раздел о том, как помочь четверкам справиться с охранительной долбанутой семейной драмой? Нет? Ай, бля. Да. Длинночь. Всегда береги себя, обязательно, но от кого? But from who? Обязательно от кого-то? Да, откроем. Опа, фонарик. Давай возьмем. Опа, на. Сюда. Залутали, собственно, да? О, все, вот для ночника, кстати. Есть тема. Че? О, я ставлю дверь открытой на случай, если ты не взяла ключи. Пожалуйста, возвращайся домой, и неважно. Пожалуйста, возвращайся домой, и неважно, что уже комендантский час. Майя, я сейчас не могу, пожалуйста. Так, ладно, давай посмотрим ящик с тобой. Бля, я думал, залагало. Такое все было бы. Я тоже могла бы получать такие оценки, просто не хочу. Чисто пятерки, заебись. Используй, да, ну, ну. Я не знаю что-то. Я знаю что-то, чего не знает мисс Аркадия. Ух, ебать. Ну, держите, ребят. Здесь написано про пожар. И не пожар. Ежедневно, кстати. Взглянуть. Смотришь на Рэйчел, кажется, будто бы отлично, проще простого, даже как-то грустно. Ведь все эти старания. Пятница, 07.05.2010. Биология, ага. Геронопрогон. Ну, конечно, это ее цель, я так понимаю. Граффити. Ну, Рэйчел не помешает еще один предмет. Ну, какой? Which one? Анатомия, давай. That's the one. Пусть будет этот. А давайте почитаем, что она там написала. I bet Rachel could have any study partner she wanted. Not that I would let her. Анатомия, откуда берутся дети? Погадать и рассказать. Ясно. Трудно представить, что выступление было всего пару часов назад, с того момента все будто верном перевернулось. Сохранить. Сохранить. Пусть у нее хоть что-то останется сегодняшнего вечера. Ну да. А, ну остальное оставил, понятно. Книга, давай посмотрим. Даже ты, Уилли, не смог придумать такую трагедию, через которую проходит Рэйчел. Полное собрание работы, ага. Уильям Шекспира, взглянуть. Рэйчел правда увлекается звездами. Возможно, она так лучше ощущает связь с миром. Карта. Не-не-не, хочу карту посмотреть, подожди. Зуб даю, что Рэйчел готова оказаться где угодно, только не здесь. Может, я смогу сделать мир чуть менее жутким? Place.
Бля. Ну, давай вот это выберем. Тогда в поезде я сказала. Не терпится отсюда свалить. I can't wait to leave this place. Понял. Ну ладно. Взгляни на фотографию. Я слышал, что Рэйчел и Нейтан иногда тусят, но в это все равно сложно поверить. Да. Так, ну для начала мы с тобой вот сюда придем сейчас. Опа. Фонарик. Надо хоть лампочку поменять, серьезно. Ну давай. А, понял, садку поменять. А, он, конечно, подходит же, да, конечно же, подходит. Шоу Рэйчел, надо бы привлечь ее внимание. Плачет. Эй, зацени. Так. Beautiful. Красиво. I thought you might like так it. И думал, что тебе понравится. I've always loved stars. Я всегда любила звезды. Why? Почему? Они напоминают нам, что там наверху очень много красоты, которую мы почти никогда не видим. Да, мы ее видим. А потом я узнала правду. Звезды, которые мы видим, мертвы уже миллионы лет. И они ложь. Но от этого они не становятся менее красивыми, правда? Не знаю. Но раз они не настоящие, в чем тогда смысл? Все это ложь. Она повсюду. Моя жизнь, мой папа, моя мама. Ну, я так думал, что... Ну да, это жесть, конечно. Если я еще могу ее так называть. Woman, и та другая женщина, моя настоящая мама, она самая большая ложь. Я не могу им доверять. Думаю, ты единственная во всем мире, кому я могу довериться. А может. Блять, ну... ну, я польщена, типа, спасибо, типа, там, поблагодарить за это. Ну, давай, а может, ладно, похуй, посмотрим. Я не знаю. Наверное, like есть какая-нибудь баба из Австралии, которой можно довериться. Ничего подобного. Ты такая одна на сотни бесконечностей, Хлоя Прайс. Я носил этот браслет всю свою жизнь. Я никогда не спрашивал, почему. Никогда даже не задумывался об этом. Я будто так и знала. Даже если на самом деле... А, блядь. Даже если на самом деле моя настоящая мать не рядом со мной, что-то такое.
Да, я не успел, ладно, прочитать, ну ладно. Ну ладно, ладно, ладно. Собственно. Прям больше ничего не скажу, давай пока порассуждаем насчет того. Короче, она говорит, что может доверить только нам. В любом случае, им она больше не доверяет. В целом, ребят, мы можем выбрать путь того, чтобы, ну, поменять ее так немного мышление. Это, конечно, не сразу будет, я думаю. Надо аккуратно делать, потому что она тоже может загриться и то, и все. И ББ. Как бы вот. Как бы вот. Ладно, погнали дальше. А теперь она рядом. Приехал сюда ради меня. Думаю, я должна с ней увидеться. Это неправильно. Это неправильно? Нет. Нет, это, ну, вот так-то. Сказать честно, я и понятия не имею, что правильно в этой ситуации, а что нет. Я только знаю, что пойду за тобой, что бы ты ни решила. Но что, если мы не сможем ее найти? Нельзя же просто взять и спросить у отца. Я понятия не имею, с чего начать. Есть одна идея, блин. Думаю, я знаю, с чего начать. Позвоню Фрэнку, говорю, поможете связаться с ней. Ты правда это сделаешь? Попытаюсь. Но если мы узнаем, где она, нужно будет как-то до нее добраться. Не могу же я просить родителей нас подкинуть. Думаю, я смогу починить тот пикап со свалки. Правда? Выложусь на все 100. Я знаю, что ты так и сделаешь. Даже если мы ее найдем, как с ней заговорить? Что сказать? После того, как умер отец, я боялась, что не пойму, как с ним заговорить. Но каким-то образом, когда мы разговариваем, я всегда не знаю, что сказать. А я всегда знаю, что сказать. Когда вы разговариваете? Во снах. Он кажется таким настоящим. Это будет другая сторона моей жизни. Раньше только так и было. Раньше она и имела значение. Раньше она имела значение. Я никогда никому об этом не рассказывал. Странно, да? Weird, huh? Рэйчел? Я просто думалась. Может, я ошибалась? Кому какое дело, что звезды мертвы? Пока мы видим их, они живы для нас. Правда? Правда. Ну, понятно, брат, понятно. Ну, я, понимаете, ребята, я даже не удивлен вот этому. Я этому даже не удивлен. Но здесь вот как в первой части не буду прям совать в каждый кадр, блядь. Потому что в этом. В первой части вроде там два момента было, где я прям, ну, такое видел, я такой, вау, но нам не пихали это. Я надеюсь, здесь тоже не будут прям пихать в каждый кадр это, да? Вот. Я думаю, кто понял, тот понял, о чем я сказал, да, о чем я говорю вообще, в принципе. И будет эта крепота, конечно, блядь. Dad, I think we're stuck. Пап, кажется, мы заглохли. Эй, может, стоит мне за руль сесть? Ты всегда не так делаешь.
That was one time. Да, разочек только был. Когда ты уже забудешь. Помнишь, как мы раньше вместе чинили машины? Это одно из самых приятных моих воспоминаний. Мать, что нахуй происходит? Ты сейчас говоришь о моих воспоминаниях? Не думаю, что ты можешь что-то помнить. Будущее моей туши. Ладно, твоя взяла. Почему бы тебе не пойти и не посмотреть, в чем дело? Я уверен. What's wrong? В чем дело? Don't you see anything? Нашла что-то? Fine. Ладно, it's... дело в свече зажигания. Spark plug. No, нет, that's not это свече зажигания. I just had that replaced. Я ее только что поменял. Разве импровизация не полная часть? Да, и... Yes and... Yes and... Да, what? И что? Dad, stop. None of this is real. Это не настоящее. Все это не настоящее. Ты не настоящий. Семья Рэйчел не настоящая. Все это просто актерство. Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, ну, you know, помнишь, что там сказал Уильям Шекспир? Что весь мир театр, поэтому все мы должны играть свои гребаные роли. So, might as well act the fuck out of it. Nailed it. В яблочко. I don't want. Но я не хочу быть этой актрисой. Я хочу быть просто собой. I just want to be myself. Give me a break. Да хорош. Well, что ж, может, существует причина, по которой мы притворяемся? Может, ложка, которой мы друг друга кормим, не так ужасно, как скрываемая нами правда? Как-то мрачновато. Ну. Подумал, от кого это все? Еще. А вот и мой выход. Релакс. Ослабься, мило, все это притворство. Верно? Right. Just a... Просто капля сценической магии, мощные софиты, звуковые эффекты. Sound effects. Chloe. О, взгляни на меня. Взгляни Look на меня, me. Дорогая. Look at me, sweetheart. It's going to be... Все будет хорошо. Ебать, вот это... Ебать, вот это прям хорошая, очень хорошая сцена, это прям неожиданно, кстати, это прям, блядь, это жестко. Осуждаем такое. Фу. Да, что это, кстати, сцена аллегории очень хорошая, очень хорошая. Аллегория очень хорошая сейчас показана была, очень хорошая. Шо, домой наконец пришла, да? А почему в другой футболке? Не понял, блядь. Не понял вообще, блядь. Прикола. Okay. Ладно, я так Сара выходит с фургона Фрэнком. Возможно, он знает, как ее найти. А еще он, возможно, дико бесится из-за бабла Дэймона. Так что у меня нет права на ошибку. Я справлюсь. Я сказала. Oh, Frank. Бабло, Фрэнк, much... ждал телефона? Где бабло? Да почему? Ну, сначала, блядь. Я могу тебя кое-что спросить, то есть попросить. A favor. Ты, блядь, серьезно? Мне нужно найти ту женщину, которая вчера была в твоем фургоне.
Frank? What the hell for? По какой хер? Something типа зачем? Important. Это важно. Ты сможешь помочь? Help? Я буду очень благодарна. I'm your favorite. Я твой любимый покупатель, помнишь? Обсуждаем, обсуждаем. Встретимся на свалке через 2 часа. Sweet. Огонь. Thanks, спасибо, мужик, ты настоящий. Real. Ну, прошло неплохо, I кажется. What am I getting myself во что же into? Я ввязываюсь? Хуй его пойми, блядь. Сейчас мы увидим. А может не сейчас. Наверное, не сейчас, ребят. Наверное, мы с вами в следующей серии это и увидим. Okay. Ладно, нужно убить 2 часа. Принять душ было бы просто охренительно. Правда? Так, что она там писала? О, бля. Что так много-то? Спасибо, что поддержал меня вчера. Мне намного лучше. Угадай, что? Ты по мне уже соскучился? Да, это тоже. Но еще мы через 2 часа встречаемся с Фрэнком на сводке. Думаю, он поможет нам связаться с Сарой. Охренеть. Ага, я еще дома, схожу в душ, захвачу инструменты для пикапа. Ну, так что увидимся на свалке. Я приду, ты невероятно, Хлоя Прайс. Давай мы с тобой на этом закончим. Самое интересное будет в следующей серийке. Вот. Ну, тут тоже было интересно довольно-таки, да, в плане аллегория очень хорошо была показана, да. И доп. Информацию с вами посмотрели, да, о семье, типа, Рэйчел, о самой Рэйчел, вот. Что-то до новенького узнали, вот. Поэтому, спасибо за просмотр, такая серия была, в принципе, все. Подписывайтесь на канал, ставь лайк, типа, несложно, мне приятно, правда, мне очень приятно, это спасибо за то, что кто делает. При всем, увидимся в следующих сериях. Давайте.